Химках состоялось первенство округа по спортивному ориентированию, а также чемпионат и первенство Московской области по этой дисциплине. В парке Дубки собрались настоящие поклонники спорта и здорового образа жизни. В таких соревнованиях при помощи карты и компаса участники должны пройти неизвестную им трассу через контрольные пункты, расположенные на местности. Такие массовые и соревнования регионального уровня в Химках проходят уже не в первый раз. Приехало 16 регионов Московской области и также представители Москвы у нас есть. Несмотря на дождливую погоду, на старт приехали 400 участников. Для каждого из них это не только спорт, но и отличная возможность получить заряд положительных эмоций. Для меня ориентирование – это как способ развеяться, отдохнуть от ежедневной суеты. Просто выйти в какой-нибудь лес, лесопарк и просто дружной компанией, с хорошими ребятами, с хорошими тренерами, просто пообщаться, побегать, прям насладиться этой природой, осенней красотой, которая окружает нас сейчас. Любовь к спорту и воля к победе не покидали участников на протяжении всей дистанции. Соревнования по спортивному ориентированию – добрая традиция в городском округе. В них регулярно принимают участие химчане, которым по душе проводить время активно и энергично. Елена Тараненко, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.